На сцене лауреат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреат международных и республиканских конкурсов Елизавета Пеганова, преподаватель Виктория Галуза, и лауреат международных и республиканских конкурсов «Образцовый духовой оркестр», руководитель и дирижер Алексей Шалар. За роялем лауреат международных и республиканских конкурсов Игорь Пеганов. Алексея Шалара. Дорогие друзья, у нас же юбилей сегодня, а значит, продолжим принимать поздравления и заслуженные награды. И это тоже награда, Лиза.